Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Приближается День учителя. Поздравьте своих любимых педагогов с их главным праздником. Наша съемочная группа с удовольствием приедет в ваш класс, чтобы записать видеопоздравления с самыми теплыми и искренними пожеланиями. Любимый учитель вместе со всеми зрителями увидит его 5 октября в прямом эфире программы «Добрый вечер». Звоните по телефону 356-90, а все остальное мы сделаем сами. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – выставка «Планета роботов». Впервые в Печоре выставка технологий для всей семьи «Планета роботов». Более 30 роботов, виртуальная реальность, робота-зоопарк, торговый центр «Рио» на втором этаже с 21 по 29 сентября. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 21 сентября, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Дождь со снегом. Ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 0-2 градуса, а завтра днем плюс 4-6. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!